Наша группировка SCP Foundation приглашает в свои ряды как опытных сталкеров, так и новичков зоны. Спектр нашей деятельности широк. Кроме всяческих фармов, данжей и захватов, мы запускаем линейку своих квестов внутри клана. Кто ищет хорошую компанию, добро пожаловать. Вся информация о вступлении в описании под видео. Здорово-здорово, дорогие друзья! Всем приятного аппетита, кто кушает. Сейчас долгожданные итоги розыгрыша. Кому не повезло в этот раз, не расстраивайтесь. Впереди еще много-много конкурсов. Обязательно повезет в следующем. Победителем сегодня у нас становится игрок под ником Раймонда. Мои поздравления тебе. Приз выслал посылкой. Чекай и забирай. А для всех я запускаю новый розыгрыш на 1 миллион серебра. Для участия нужно всего лишь подписаться на канал, написать комментарий под этим видео. В комментариях желательно указать сервер и игровой ник. Итоги будут известны 23 августа. Не пропусти халяву. Ребят, спасибо всем, кто поддерживает меня. Если ты еще не подписан на канал, то огромная просьба к тебе. Подпишись, пожалуйста. Жми на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И пиши комментарий. Видео выходит благодаря вашей поддержке. Сегодня я хочу рассказать про реально классный фарм, но конкуренции там полно. Сразу говорю, нервы ты себе потрепаешь хорошенько. Но фарм действительно стоящий. Я слышал от опытных в этом деле людей, что они в день вытаскивали оттуда по 15-17 миллионов. Я, как и вы, сейчас удивился. Но это возможно, поверь. И этот фарм находится в квадрате I-8 первый сектор. Сюда подойдет любое автоматическое оружие. И встречал я там людей всякой масти, от АКСУ до 109-го. Кто-то уже, наверное, догадался, что это фарм ведунов на кладбище, вблизи научной лаборатории Эгида. Самое сложное в фарме – это открыть торговлю у ученых на Эгиде. Ее можно открыть двумя способами. Первый, самый быстрый и самый легкий способ – это принести доценту Краснову 9 лап паукана. С нынешней средней ценой на лапу, которая составляет 4,5 миллиона, на весь комплект уйдет 40,5 миллионов. Страшная цифра, не правда ли? Но со временем это все окупится. Постой, не выключай видео. Есть и второй способ, но потребуется больше времени. Выполнять мы будем ежедневные квесты на Эгиде, за которые будем получать в сумме за день 220 очков репутации. Нам потребуются квесты. Зуб на зуб берется у доктора дома, требует 10 челюстей полярных собак. Языки и когти берется у доктора Живодерова и требуется один язык и один коготь простого бляка. Борова для Живодерова берется тоже у Живодерова, требуется 5 колен и 5 клыков Борова. Пара лишних рук берется также у Живодерова и требуется принести ему две руки быстрых бесов. Бегущий по лезвию берется у профессора Черешникова. Нам потребуется убить клона, который бегает с квадрата J81 в центр квадрата I6-4. Можно брать еще заказы с доски. Там тоже есть квесты от ученых. Все части мутантов можно купить на доске уже на Эгиде. Таким образом, нам нужно накопить 3500 очков репутации ученых, и откроется торговля. Чуть не забыл про важные моменты. А это прокачка обыска до клевера и желательно премиум, чтобы дропалось больше и чаще. Ну теперь точно можно идти и фармить ведунов. На кладбище действует золотое правило: кто убил, тот и лутает. Сколько времени я там был, его никто не нарушал. Все следуют такому принципу. Еще одна сложность заключается в скорости наведения и везении. Тут придется потренироваться немного, но потом, когда набьешь руку, деньги польются рекой. Самое лучшее время идти туда с утра или глубокой ночью, когда почти никого нету. Надеюсь, помог. Подписывайся на канал, жми колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, пиши комментарий. Не забывай принимать участие в розыгрыше. До скорого. Всем пока.